Hello, my name is Zlata. Ну ее. А вы заметили? Это я говорю по-английски. А это значит? Лолика-развивайка. И сегодня мы начинаем изучать английский язык. Итак, начинаем. Лист с третьего дуга. Чтобы поздороваться, нужно сказать ему Hello. Hello. How are you? I'm fine. Thank you. Это значит, у меня все хорошо. А еще можно сказать, I'm great. Это значит, супер. I'm wonderful. А это значит, чудесно. А как ответить? Здесь все дела не совсем хорошо. Как же еще ответить на этот вопрос? I'm hungry. Это мое любимое слово. Оно означает, я голодная. I'm tired. Это значит, я уставшая. I'm cold. Это значит, я замерзла. I'm hot. А это значит, мне жалко. I'm sleepy. Это значит, я сонная. I'm hungry. А это значит, я злая. I'm sad. А это значит, я грустная. Теперь проверим, насколько хорошо вы запомнили эти слова. Я буду показывать, а вы называйте по-английски. Ну что, справились с заданием? Молодцы. How are you, my friends? Напишите комментарии, как у вас дела, друзья, мальчишки и девочки. А что же делать? Если не знаю, что мини человека. Наконец-то надо спросить. What's your name? My name is Zlata. Это значит, меня зовут Zlata. What's your name? My name is Винюха. Мы сейчас скоро доснимемся и будем с тобой играть. Ура! Ну и конечно же, нужно сказать своему новому другу, как-то я с ним познакомиться. По-английски это будет. Nice to meet you! Hello! Hello! How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm great, thank you. My name is Zlata. What's your name? My name is Zlatiksen. Nice to meet you. Nice to meet you too. Вот и все, друзья. На этом сегодняшний урок закончен. Учите английский язык и будьте умные и разумные. И сможете заводить друзей по всему миру. Ну и конечно же, какой урок без домашнего задания? Учите новые слова и фразы. На следующем занятии проверю. Если вам понравился урок, и подписывайтесь на мой канал. И пишите комментарии. Скоро будет новое видео. А сейчас бай-бай. Бай-бай. Сказывай, Шинюха, бай-бай. Она сказала бай-бай. Пойдем, Шинюха. Испугалась ты.